Господин лейтенант, перебежчик. Шмиль, эту медаль за храбрость ты заслужил. Кроме этого, тебе будут выданы деньги. Благодарю, господин генерал. Но мы даем деньги не только за прошлое. Придется еще поработать. За тобой числится непокрытый долг. Ты не выполнил главное задание. Ликвидировать Шмлинского. Этот Шмиль очень везучий парень. Побывать у черта в зубах и вернуться живым не всякому удается. Я был ранен в отряде майора Млынского до того, как успел подготовиться к выполнению задания. Ранение было тяжелым. На самолете меня увезли через линию фронта в госпиталь. После выздоровления направили на передовую. При первой возможности я перешел. С тех пор он 7 раз переходил через линию фронта, выполняя мои задания. Млынского он узнает в лицо? Я думаю, что мы с майором узнаем друг друга. Хорошо. Он подойдет. Зина! Зинуля! Леня! Ленечка! А кто еще здесь есть? А как Иван Петрович, здоров? Здоров. Ну как вы здесь живете? Товарищ лейтенант, там один неудачно приземлился. О, Зина, здорово! Привет! Вот ты как раз кстати. Пошли. Ну расскажите, как вы здесь? Это как же тебя угораздило, парень? Какой я вам парень? А! Перелом у вас, товарищ подполковник. Лунный свет завладел полностью округа, так что виден вдали каждый стебелек. Да до чего ж хороши ночи под Калугой, в этом я лично сам убедиться мог. А туман, а туман на луга ложится, а река, река, река под мостом поет. А тебе все равно не спится, а заря, заря, заря. Зина! На! Зина! 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 Иди сюда. Все стали там, все стали заняты. Сейчас. Что там? Это вам от рабочих Урала, ребята. Заводите и брать. Зайдем. Воды не разбей, Лёшка. Как же ты их не разбила с такой высоты? Ты спроси, как я сама не разбилась. Так. Вот тебе любознательный вечный подворотничок. Носи 100 лет. Спасибо. А это Бакиру Бесамбаеву. Ой, сколько писем. Вот девочка любит. Это от всего аула. Плящи, командир. Дай, пожалуйста, почитай, потом спляшу. Морозов. Вам от дочки. Сатирка! Я? Ты где? На тебе кисет. Прислали девчата с патронной фабрики. Говорят, передайте самому храброму или красивому. А ты у нас и то, и другое. Ну, не красней, адреса там внутри. Один адресочек мне дашь. Спасибо, ладно. Юрченко! Юрченко! Нету Юрченко. Убили. Жены. О, Ерофеич! Ну-ка, что у нас, Ерофеичу? Да не надо мне ничего. Ну как? Носки. Ну, спасибо. А то у тебя вечно ноги мерзнут, потому ты и злой. У меня не ноги мерзнут, дочка, душа мерзнет. Лешка, иди к командиру. Подожди, Леш. О, Мишутка передал. Ух ты. Хорош. Ну вот и все, ребята. Ой, совсем забыла. А это возьми от меня, матрос. Дельник. Морем пахнет, братва! Здравствуйте. Валь, здравствуй. А Наташка что, дежурит? Ой, здравствуй. Спит она. Ну, опять спит. Сколько можно? Зина, подожди.
А ну, вставай, поднимайся, рабочий народ. Ой, извините, ребята, ради бога. Да ничего не знаю. Наташ, прости. Вот тебе с мужем на счастье. Спасибо. Угу. Ой, Сенечка. Придумает же. Ой. А откуда она знает? Какая нелепость, а? У меня ж больше 300 прыжков на лес, на воду, на скалы. Что делать бывает? Заварил ты эту кашу, а мне приказали расклёбывать. Чего ты стал сомневаться? Я смотрел материалы. Хор, несомненно, полезет. В центре это ясно, как божий день. Так нет же, давай, давай. Вот тебе и давай. Значит, кто-то пойдет вместо вас. Кто? Кто пойдет? Для этого человека надо готовить не меньше 2-3 недель. А где взять этого человека? Где? А ваши люди? Это шофер и мой денщик. Документы подлинные, отметки поставлены самые последние. Тут наш шармачка не проскочишь, ты знаешь. Но им нужен командир. Попробуем. Только сами не вздумайте пробовать. Засыпитесь, чихнуть не успеете. И моих ребят под монастырь подведете. Товарищ подполковник, все готово к операции. Извините, товарищ майор. Я информирую центр о случившемся. So anzünden hier, ja. Da kommt er. Beine machen hier. Ganz bald. Mehr Bewegung. Los. Los. Dali. Ja. Каратели напали на деревню, в которой недавно был Млынский. Селище. Жгут, грабят. Людей согнали. Заперли в церкви. Погубят. Какой ужас. Людей еще можно спасти, если внезапно ударить по деревне. Но силенок у меня маловато. Млынский поможет. Передашь майору? На рассвете мы выступаем. Ждем его помощи. Там люди сгорят. Ты командир особого отряда, а не начальник пожарной команды. Думаю, лучше, как проникнуть в закрытую зону 27-го квадрата. Расстрелять нас мало, если мы не сделаем этого. Я всю жизнь себе не прощу, если там погибнут женщины, старики и дети. Я обязан спасти этих людей. Вся наша война за людей, майор. За кого же мы еще воюем? Пошли две роты, а сам не ходи. Ты не имеешь права идти. Ты обязан выполнять главную задачу. Высокой, командир отряда за Родину. Капитан Хват. А где майор Млынский? Я за майором. Ваши люди готовы? Мои-то готовы. Да, видно, Млынский посчитал это дело не очень важным. Вы пришли сюда воевать? Воевать. Но там две роты карателей, а у меня всего 60 активных штыков. Страха глаза велики. Нужно вдвое больше грузовиков, чем в деревне, чтобы привезти сюда столько карателей. Ясно? Ясно. Твоя задача.
перекроешь дорогу у моста, а мы ударим из леса. Дам тебе еще один взвод. Бессенбаев! Здесь. Пойдешь с ним. Поможешь партизанам. Не бойтесь, мы за вами от Ивана Петровича Млынского. Товарищи, наши! Наши! Быстро! Родненькие, быстро! Сюда! Все в лес! Уходите в лес! Быстро! Побыстрее, побыстрее. Так, к телеге туда. Что случилось? Ну, что ты говоришь по-немецки, товарищ командир? Предатель! Ну, зачем же вы так? Надо было разобраться. Люди у меня неопытные. Ничего, это бывает, командир. Как-никак, а мы их побили. Могли и не выпустить. Да. Спину. Гады. Сволочи. Триста отборных солдат дивизии СС «Бранденбург» дерутся между собой. Позор!
Отряд Млынского можно было уничтожить силами одной вашей эйзац-команды, гауптштурмфюрер Клайн. Бригаденфюрер. Как говорится у русских, нет худа без добра. После этого боя Млынский должен полностью доверять командиру партизанского отряда за родину, гауптштурмфюреру Клайну. Ловушка обязательно сработает. Что случилось, дед? Почему не пришел? За ним мог что-то. Не вовремя. Лёшка новость вон из леса принес. Из центра, значит, пришло согласие, чтобы вы пошли вместо Федорова. Так. Лёша, немедленно отправляйся в лес. Передай Ивану Петровичу, я буду в срок в условленном месте. Матвей Егорыч, если к тебе подойдет человек и спросит, где ты купил овес в прошлую пятницу, скажи, взял его в долг. Понятно. И доверяй этому человеку, как мне. Поправляйся, дед. Нужен ты вот так. Anhalten. Останови. Aussteigen. Steig aus. Выходи. Absteigen. Слезайте. Lass die Gewehre. Оставьте карабины. Schnell, schnell. Быстро, быстро. Los, helft damit. Идите, надо помочь. Здравствуй. Здравствуй. Вот документы и карты, которые ты просил. Пропуска в зону Б со всеми отметками. Новые накладные. По этим подарки для офицеров дивизии Адольф Гитлер. Ты проверил, она еще там? Дислоцируется. Да-да, в зоне Б. Ждать тебя будем. Здесь. Запомнил? Запомнил. На всякий случай вышлю людей по всем дорогам на юг. Хорошо бы. Ну, счастливо. Через 40 минут вы должны быть на КПП. Успеем. Готовы? Так точно. Sind Sie fertig? Jawohl. Поехали. Ни пуха, ни пера! К черту! Как вас зовут? Сергей. А по легенде? Ефрейтор Каль из Магдебурга. Я капитан Георг Райснер. До конца поездки вам нужно забыть русский язык и ваше настоящее имя. Хорошо, Сережа? Иволь, Гергаупт. Зергут. Ваши документы, пожалуйста. В документах не указаны фамилии солдат вашей охраны. Их присылают из комендантской роты. Потребуйте фельдфебеля.
Господин капитан, ваш груз подлежит досмотру. Пожалуйста. Ваши документы, фельдфебель. Дайте коробку. Не эту. Вон ту. Открывайте. Откройте. Черт возьми, начальство впервые расщедрилось для второго эшелона. Дайте сюда. Возьмите на память, шарфюрер. Все равно мы ее в целости не довезем. Благодарю вас. Не надо. Можете ехать. Теперь настало время сообщить вам то, о чем до сих пор из-за строгой секретности вы знать не могли и не должны были даже догадываться. Прошу вас, полковник. План Бисмарк – это план наступления, разработанный для дезинформации противника. Мы сделали все возможное, чтобы советская разведка ознакомилась с планом Бисмарк. Доклад начальника разведуправления подтверждает, что цель достигнута. Русские сосредотачивают крупные силы с целью разгрома наших войск и овладения промышленным районом и стратегически важным узлом коммуникаций. Узнав направление и примерные сроки начала нашего наступления, противник, несомненно, попытается упредить нас. Наиболее вероятное направление его главных усилий – район зоны А нашей обороны. Замысел состоит в следующем. Дивизии, занимающие позиции в зоне А, оказывая слабое сопротивление, отойдут. И противник, считая, что оборона прорвана, будет развивать успех и вводить в прорыв новые силы. В действующем уставе Красной Армии ясно сказано. При отходе противника необходимо немедленно и с полным напряжением сил его преследовать. Что Ермолаев и сделает. Обязательно сделает. Здесь, в 40 километрах от линии фронта, зона Б. С мощными укреплениями.
Работы по их сооружению велись только немецкими инженерными частями в ночное время. Все сооружения замаскированы так, что с воздуха определить их наличие практически невозможно. В оперативной глубине обороны противник встретит упорное огневое сопротивление. Увязнув на этом узком участке и не имея возможности его обойти, Ермолаев влезет в нашу ловушку. И тогда сильными ударами по флангам противника мы замкнем кольцо. Эх, сколько добра пропадает. Может, сам все съешь? Или фрицам подарим? Отметьте мне это место на карте, капитан. Я сюда после войны с дружками приеду. Вместе приедем. Идет. Что вы об этом думаете, лейтенант? Капкан, волчья пасть. Много кровушки прольется, пока сковырнем отсюда эту сволочь. Вы готовы? Так точно. Тогда летим. Так кажется у Гёте. Остановите. Извините, господин капитан. О, Георг, как ты здесь очутился? Ты в город? Нет, до КПП позвонить. Проклятая машина. Довезешь? Садитесь, доктор. Спасибо. Ваши документы. Оставайтесь на месте. Мне только позвонить. Оставайтесь на месте. Где вы ставили отметку о сдаче груза, господин капитан? Там ясно сказано, в штабе дивизии Адольф Гитлер. Вам придется пройти со мной, господин капитан. А в чем дело, шарфюрер? Сегодня утром в СД сменили отметки на пропусках. Вероятно, в штабе дивизии перепутали. Прошу. Господин шарфюрер, вперед, Каль! Каль, шнелл! Нет, не надо, Георг. Выпусти меня. Еще бы километров 15, а там нас встретят.
Штурмфюрер Алерт, я вызвал вас, чтобы вы познакомились с господином Шмилем и в дальнейшем тесно сотрудничали с ним. Штурмбанфюрер Занге просил срочно переправить Шмиля в отряд гауптштурмфюрера Клейна. Введите его в курс всех дел. После неудачи с акцией против Млынского в Селищах... Минутку. Я? Да. Вас? Что? Сколько? Сколько их прорвалось из зоны? Так, капитан Георг Райснер и фельдфебель Блюм. Взять живыми. Взять во что бы то ни стало, обязательно живыми. Не стрелять. Есть приказ взять живьем. Не стрелять! Есть приказ взять живьем! Я задержу их. Иди.
лейтенант Горшков. Леня, очнись. Леня. Леня, ты меня слышишь? Где остальные? Где капитан Райснер? Товарищ майор. Я. Где остальные? Вот. Планшет. А где капитан? Трогай! Вон там садись, я занят. Разве твои дрожки не для всех, Матвей Егорыч? Чего тебе надо? А я хочу знать, где ты покупал овес в прошлую пятницу? Я его взял в долг. Ну что, поехали? Ну, пошел. У нас очень мало времени, Матвей Егорыч. Совсем нету времени. Вот это ты должен срочно доставить в лес. Как срочно-то? Прямо сейчас. Тут и пропуск на выезд из города. От тебя зависит очень многое. Блынский в опасности. Иван Петрович? Поторапливайся, дед Матвей. Будь осторожен. На словах передай. Партизанский отряд за родину – это немцы. Понял? Товарищ майор! Иван Петрович! Иван Петрович! Товарищ майор, срочное. Что? Наташ, прочти, я что-то не разберу. Примите сегодня ночью спецрейсом самолет. Точка. Вам надлежит завтра в 12:00 прибыть в Москву генерал-лейтенанту Спиридонову. Точка. Ермолаев. Все. Товарищ майор. Матвей Егорыч, здравствуй. Поговорить надо, срочно. Нам удалось, товарищ Сталин, выявить характер обороны противника, систему огня и расположение резервов Хорна. Большую помощь в организации этого наступления оказывают партизаны Белоруссии и Прибалтики. Кроме того, хочу отметить действия офицеров разведуправления, майора Афанасьева и майора Млынского. От Млынского мы получили подтверждение данных о том, что немцы ведут работы по созданию оружия возмездия. А где товарищ Млынский? Я просил пригласить его. Млынский в вашей приемной, товарищ Сталин. Нам следует быстро разобраться, в каком состоянии у немцев работы по созданию оружия возмездия.
Товарищ Сталин, мы принимаем меры по усилению разведки на территории Германии, в Польше и Чехословакии. В дальнейшем, как базу в тылу противника, для заброски вглубь нашей агентуры, мы намерены использовать отряд майора Млынского. С подчинением его непосредственно генеральному штабу. Я просил бы, товарищ Сталин, сделать это после выполнения Млынским задания фронта. Пригласите товарища Млынского. Товарищ Сталин, командир отряда особого назначения майор Млынский по вашему вызову прибыл. Проходите, товарищ Млынский. Здравствуйте, товарищ полковник. Здравствуйте, товарищ Сталин. Ну, расскажите о себе, кто вы такой? Я русский. А разве вы сомневались в этом? Работал учителем. Потом я был на партийной работе. А чекистом стали? Перед самой войной. Сейчас выполняю задание в тылу противника. Какие настроения у немцев сейчас? Воюют по-прежнему упорно. Но нахальство стало поменьше. Да, значит, нахальство убавилось. Это вы хорошо подметили, товарищ полковник. Извините, товарищ Сталин, я майор. Был майором, а стал полковником. Подтвердите, товарищ Ермолаев, а то он сомневается. Благодарю вас, товарищ Сталин. Мы приняли решение передать Корну ложную информацию о нашем наступлении на юг. Это очень ответственное задание. Нужно сделать очень хитро и тонко, чтобы у немцев не возникло никаких сомнений. Думаю, вы образцово справитесь с этим. Сейчас, товарищи, Центральный комитет перед подпольными партийными организациями и партизанскими отрядами ставит новую задачу. Надо спасать от разрушения отступающим врагом не только фабрики и заводы, электростанции, но и коммунальные хозяйства. Жилые дома, водопроводы, хлебопекарни, бани. Надо отмыться от этой фашистской нечисти, а? Причем к спасению народного хозяйства надо привлекать буквально все население, от мала до велика. Вот таковы наши мирные задачи на ближайшее время. О военных делах, товарищи командиры и комиссары, вам расскажет полковник Млынский, который только что вернулся из Москвы. Заместитель командира отряда «За Родину» лейтенант Григорьев. Вы немного опоздали. Прошу прощения. Садитесь, лейтенант. Товарищи командиры, главные задачи, которые перед нами ставит Москва, ставка, товарищ Сталин, сводится к следующему. Сейчас, как никогда, от нас требуется четкое выполнение всех заданий командования фронта. Наши действия включены в стратегический план готовящегося наступления, большого наступления. Для проверки этой готовности, для уточнения конкретных задач мы побываем во всех отрядах. Так что прошу подготовить вопросы и заявки, требующие первоочередного решения. Обеспечение боеприпасами, специалистами-подрывниками, оружием, медикаментами и так далее. Все, вопросы. От
Товарищ Григорьев, а почему не прибыл Высоцкий? Что-нибудь случилось? Нет, товарищ полковник. Но командир немножко приболел. А кроме того, мы не знали, что будет такой представительный форум. Ну ничего, завтра будем у вас. Вы сами прибудете? Да. А вы разве не остаетесь с нами обедать? Благодарю за честь, но я спешу предупредить о вашем приезде. Разрешите отбыть? Идите. С той поры, как встретил я девчонку, снится мне ночами напролет. Это низко стриженная челка, эти брови черные в разлет. Я с цветами в гости к ней явился, только в мире нет таких цветов. Ну, чего ты где жил, тянешь? Дай маленько отдохнуть, тоже мне джамбу. Ну, батя, тебе не угодишь. Ты б лучше чурок наколол для самовара, а то ведь хрящи срастутся. А в новой шляпе и в костюме новом мне пройти шелупей с нею налегке. В липовом, березовом, сосновом, нашем деревянном городке. Так, и наконец рота Бесымбаева в 5 километрах от Высокого, вот здесь. Ясно. Так, эти тропы перекрыть. И ни одного человека не пропускать, ни к отряду Высокого, ни от него. Оставьте им один выход к железной дороге. Блокируем отряд Высокого. Угу. Вот здесь все сказано. Вскроете только после прибытия на место. Ясно. Со мной пойдут лейтенант Горшков, матрос Полищук и Ерофеев. Ерофеич, где ты такого красавца достал, а? Господь Бог услыхал мою молитву. Да. А ведь Бога нет, Ерофеич. А у меня есть. А? Иван Петрович, а может, Ерофеич уже стар для такого путешествия? Может, кого-нибудь из разведчиков взять? Стар да петух, а который молод да протух. Вот так, ясно? Да. Чай пить будешь? Нет, спасибо. Тогда, Виктор Сергеевич, готовь людей. Разрешите, товарищ полковник? Вы меня вызывали? Да. То есть, я просил передать, что мне нужно поговорить с вами. Раздевайтесь, доктор. Проходите, Ирина Петровна. Проходите. Садитесь, пожалуйста. Спасибо. Я сейчас закончу. Опять воды нет. Ой. Я только что была у Наташи Бондаренко. Угу. Хотелось бы отправить ее на большую землю. Она нездорова? Да я думаю, что и ребенок будет здоровым месяца через 3. Хорошо. Вот какая просьба есть у меня к вам, Ирина Петровна. Да. В Москве в детдоме находится мальчик, Мишутка. Наши бойцы подобрали его еще в 41-м под Москвой. Родных у него нет, все погибли. Я оставил там заявление об усыновлении мальчика. Так вот, если вдруг война, если со мной что-нибудь случится,
Вы можете мне обещать позаботиться о нем? Да. Спасибо. Здесь адрес детдома. Вот. Не знаю, странно, но я был уверен, что вы не откажете. Не знаю почему. Я люблю вас, Иван Петрович. Постарайтесь вернуться. Подождите, Ирина Петровна. Мы ждем вас, товарищ полковник. Сюда, пожалуйста. С лейтенантом Григорием вы знакомы, товарищ полковник. Комиссар отряда Амелин. Начальник штаба Рукосуев. Товарищ Шмиль. Ахрим? Здравствуй. Какими судьбами? Я счастлив вас видеть, товарищ полковник. В отряд «За Родину» прибыл в качестве связного штаба партизанского движения Белоруссии. Ну, молодец. К столу. За дело. Времени мало. Обсудить нужно вопросы, которые требуют немедленного решения. Прошу садиться. Карту. Товарищи командиры, у меня приказ штаба фронта поставить перед каждым отрядом, действующим в полосе предстоящего наступления, конкретную задачу. Вашему отряду поручено ударом диверсионных групп перерезать немцам дорогу на юг, закрыть намертво. В чем дело, Крюгер? Бригаденфюрер Вольф просит срочно принять его. Вы же видите, Крюгер. Я предупреждал, но бригаденфюрер настаивает на немедленной аудиенции. Хорошо, пусть войдет. Вызовите ко мне начальника штаба. Слушаюсь, господин командующий. Это бригаденфюрер. Мышеловка сработала, господин командующий. Что? Полковник Млынский. Полковник? Да, с недавнего времени. Сейчас он в отряде Кляйна. Это очень интересно. Поздравляю. Вы так долго охотились, что он успел стать полковником. Прошу вас, Кемпе. Дайте сюда. У нас тоже есть новости. Вот, полюбуйтесь с материалами авиаразведки. Русские сосредотачивают на южном участке войска против правого крыла нашей группировки. По последним разведданным, наступление следует ожидать со дня на день. Что это значит?
Что это значит, Вольф? Если эти данные соответствуют истине, выходит, наша дезинформация с планом Бисмарк провалилась. А донесение СД о том, что ни один советский разведчик живым не вышел из зоны Б, ложь. Господин командующий, судьба нам послала Млынского в самый нужный момент. Занге только что сообщил, Млынский привез приказ отряду Кляйна не допустить переброски наших резервов на юг. На юг? Вы уверены, Вольф? И кроме того, в частной беседе с Кляйном, Млынский высказал мнение, что именно на юге развернутся основные события. Вольф, это очень серьезно. Вы понимаете, что сейчас нельзя ошибиться. Млынский полностью доверяет Кляйну. Иначе он не пришел бы к нему с охраной из трех человек. Трудно поверить в такую удачу. Игра, как видите, стоила свеч. Личное присутствие Млынского в отряде Кляйна исключает любые сомнения. Господин командующий, русские готовят главный удар на юге. Товарищ командир отряда, только что сообщили, что в направлении нашего леса движется колонна фашистов. Разрешите отдать распоряжение, товарищ полковник? Лейтенант Григорьев, и вы... Рукосуев, немедленно поднимите роту и выведите ее на рубеж обороны. Есть. Товарищ Высокий, я думаю, что вам не следует ввязываться в бой. Вам надо немедленно начать подготовку к выполнению задачи, которую поставила перед вами командование фронтом. Надо скрытно выводить людей к дороге. Учтите, что до сигнала к ее перекрытию остается день-два, не больше. Мы принимаем лишь необходимые меры предосторожности. К сожалению, товарищ полковник, с вашим отъездом придется повременить до полного выяснения обстановки. Тогда мне надо связаться с отрядом России, там меня ждут. У вас рации есть? Нет, рации нет. Нет. Ну что ж, тогда давайте обедать. Угощай, командир. Сообщение от Занге. Если верить Млынскому, у нас есть два дня до начала русского наступления. Господин командующий, оттягивать переброску на юг наших войск больше нельзя. Подготовьте третий танковый корпус к выводу из зоны Б для направления на южный участок. Соедините меня со ставкой фюрера. Штурмбанфюреру Занге, срочно. Отряду немедленно выдвинуться к дороге, указанной Млынским. Полковника и его людей под надежной охраной, обеспечивающей якобы его безопасность, скрытно от всех подчеркнуть.
доставить на старую базу отряда. В случае исключительных обстоятельств или попытки к бегству уничтожить. Вольф, разрешите мне доставить полковника Млынского, штурмбанфюрер. Его людей, я думаю, надо нейтрализовать. Вряд ли они нам понадобятся. Действуйте, гауптштурмфюрер. Возьмите Ахрима Шмиля. Он заряжен Вольфом на Млынского. Ну, Сашка, мне пора. Надо идти. Пацаны. Будь здоров, Ерофеич. И ты рот не разевай. Тревога оказалась ложной, товарищ полковник. Но дыма без огня не бывает. Поэтому дороги с отрядом пойдет лейтенант Григорьев, а я со своими людьми провожу вас до застав отряда «Россия». Береженого Бог бережет. Товарищ командир, все в порядке. Разрешите выступать? Выступайте. До свидания, товарищ полковник. Надеюсь, мы скоро увидимся. Ни пуха, ни пера. Спасибо. Вы разрешите сделать мне последнее распоряжение, товарищ полковник? Да, пожалуйста. Только что получен приказ по рации вас арестовать и доставить к Вольфу. Спокойно, Леня. Значит, сработало. Сыграем, что ли? Давай. Перекрыть дороги. Есть. Отряд Высокого вышел из лагеря. Новости есть? Да. Отряд Высокого вышел из леса. Так, приказ полковника вступает в силу. Надо собирать людей. Давай, Виктор Сергеевич. От Ивана Петровича ничего не слышно? Пока нет. Вы бы отдохнули, доктор. Ночью возможен бой. Субтитры сделал DimaTorzok.
Товарищ полковник, можно выступать. Ты что ж мухлюешь, гад? Руки. Что это значит, товарищ полковник? Тихо. Вы сейчас выйдете на крыльцо, Высокий. И скажете своим людям, что до заставы пойдете нас провожать только вы и Шмель. Ясно? А если я откажусь, что вы будете делать? Развалю до задницы, сука. Ясно? Ахрим? Отставить! С полковником поедем только мы двое. Я и Шмель. Ну и что дальше? Вы же не самоубийца, полковник. Мои солдаты разнесут эту избушку в два счета. Сложите оружие, и я даю слово солдата, что гарантирую вам... А я вам ничего не гарантирую. Гауптштурмфюрер Кляйн. Стойте! Это вам не с детишками воевать. Скотина. Ушел, гад! Ахрим, рацию мы прикроем! Есть. Леня, давай! Твоя доля. Ну, горшок, рыскни, а мы за тобой. Прикрой меня, я к лошадям. Нужно сообщить Занге. Срочно. Яваль. А ну, Леня, давай наверх. Есть. Руки!
куда спешил, гад? Где полковник? Нет вашего полковника. Муринского. Все. Живой, Иван Петрович! Товарищ командир, товарищ полковник, Иван Петрович. Сынбаев, ты? Я, товарищ командир. Что у Алиева? По рации передали, составы идут. Господин командующий, части 3-го танкового корпуса полностью переброшены на юг. Превосходно, Кемпе. Прошу заметить, господин командующий, что за время переброски танкового корпуса на магистрали не было ни одного инцидента. Действия партизан и полковника Млынского парализованы штурмбанфюрером Занге. Поздравляю, Вольф. Господа, до начала русского наступления на юге остаются считанные часы. Товарищ майор, среди убитых и пленных Григорьева Занги не обнаружено. Ушел. Так. Бондаренко, свяжитесь с Бессенбаевым, пусть передаст полковнику. Отряд Высокого разгромлен, Григорьев Занги бежал. Я спасся чудом, бригаденфюрер. Как это могло случиться? Почему мы бежим? Русские наступают. Ты что, не слышал об этом? Но ведь мы знали об их наступлении, ждали его. Ждали. Да. На юге. А они ударили в центре, в обход укреплений зоны Б, через болото. Наши резервы увязли на юге, дороги взорваны партизанами и отрядом Млынского. Он провел нас. А ты упустил его. Я сделал все. Все, что только в человеческих силах. Меня вызывает рейхсфюрер Гиммлер. Ты поедешь со мной. И молись по дороге Богу, чтобы ты не пожалел о своем чудесном спасении.
Ну вот, и пришло время прощаться. Наташа, желаю тебе сына, такого же смелого и верного, как твой Бондаренко. Ну, а если дочка, невеста Мишутки будет, сватать приеду. Ну вот, слезы. А помнишь, Мичман Куренчук говорил, храбрый ты парень, Наташка. Помню. Все помню, Иван Петрович. Храни себя Бог, Иван Петрович. А может, с нами пойдешь, Матвей Егорович? Не передумал? Нет у меня времени по гостям ходить. Дома-то эван сколько работы. А ты иди. Ты не сомневайся. Мы ведь как на фронте не подведем. Верно, Алешка? Ладно. Дождись меня, дед. Постараюсь. Ну, герой. Дядя, вы... Выше нос, ворвец. Спасибо тебе, Николай Васильевич, за все. Трудно мне теперь без тебя будет. Иван, возьми на память. Да ты что, Николай Васильевич? Если бы Григорий Иванович Котовский знал, в какие руки я ее передаю, он бы одобрил. Возьми. А мне сейчас впору топор, мастерок. Строить надо. Вот это подарок. Спасибо. Сохраню. До свидания, Николай Васильевич. Удачи вам, комиссар. Товарищи бойцы и командиры! Ставка Верховного Главнокомандования поручила нам новое важное задание. Выполнять его будем на территории сопредельных нам государств. Мы идем на помощь нашим братьям, полякам, чехам, словакам. Помните, мы бойцы регулярной Красной Армии. С честью принесем это высокое звание. Мы уходим. И вместе с нами, в нашей памяти, в наших сердцах живут наши товарищи, боевые, которые отдали свои жизни за свободу нашей священной Родины. Смерть фашизму! Свободу народам! Вот наше знамя! Отряд! Мирно! Направо! Огонь! Марш!
много трудных дней, будет много трудных дней, значит, рано подводить итоги. Вот и встретились мы с ней, вот и свиделись мы с ней, где-то на проселочной дороге. Только несколько минут, только несколько минут между нами длилась та беседа. Как скажи, тебя зовут, как скажи, тебя зовут, и она ответила: победа. Как скажи, тебя зовут, как скажи, тебя зовут, и она ответила: победа. Под шинелью на груди, рядом с сердцем на груди, скромные солдатские медали, но уж ты не уходи, больше ты не уходи, мы тебя в окопах долго ждали. Только несколько минут между нами длилась та беседа. Как скажи, тебя зовут, как скажи, тебя зовут, и она ответила: победа. Как скажи, тебя зовут, как скажи, тебя зовут, и она ответила: победа.